Вот я сниму видеообзор, видеопанораму на улице Мачукмаметова, напротив школы 33. Здесь вот, кто интересовался, улица Мачукмаметова, также школа 33. Вот, пожалуйста, это школа номер 33 имени Мухтара Уэзова. В этой школе также я учился. Входные ворота школы. Вот такая вот тут картина, такая ситуация. Были школы здесь, постройки, дома частные. Улицу заасфальтировали. Сравнительно тоже недавно. Хотя многие улицы до сих пор не заасфальтированы, но вот это Мачукмаметова уже порядком. Вот это магазинчики здесь. С частных домов сделали предприниматели. Кто-то, может быть, из вас тут жил возле этой школы, я, может быть, сниму эти дома. Ну вот это вот улица Мачукмаметова. Вот. Она длится до улицы Линейной, до железной дороги. Ну, вот сама школа. Вот такая картина. Я делаю видео панораму в родной школе, где я учился. 1965 года, 85-й, я 10 лет отучился вот здесь. Вот. Это вот здание ее. Сейчас отремонтированное, красивое, новые окна. Здесь вот вход тоже запасной в школу. Эти вот окна, кабинеты, я там тоже был, находился, учился на всех этажах практически. Такая вот картина обзора. Здесь вот спортплощадка, а с правой стороны это вот мастерские наши тут были, также и школа тут была по вождению, автоделом мы тут занимались, девочки занимались, тоже здесь готовили пищу, всеми домашними этими их учили мастерству, мастерицами, чтобы были дома. Тут мастерские с этими окнами там. Все только мы там не изготавливали, различные слесарные работы нас учили продавать. Вот. Здесь вот мы бегали, здесь вот по этим тротуарам, здесь по этим площадкам, игры играли, чижик-палка здесь и. Ой, перечислять очень много классики. Тут девчата играли вот на этих вот асфальтированных дорожках. Так, вот такой вот обзор здесь, задний. Ну, вот я стою во дворе школы номер 33 имени Мухтара Уэзова. Той школы, которой я учился, тоже повторяю уже 10 лет, в 10 классе В. Вот здесь вот был бассейн небольшой, сейчас тут клумба. Вот, в то время был бассейн. Также спортзал сейчас мы видели с левой стороны, с правой стороны основное пятиэтажное здание школы. Школа отремонтирована, красивая. Тогда она была кирпичная, да, не заштукатуренная. Сейчас заштукатурили, отделку сделали, этот вход. Ну, когда мы учились, вот этот, не работал вот этот вот. Вход вот этот вот с правой стороны, который находится. Сейчас здесь детский сад организовали. Булдершингер. Булдершиндер называется. Шагинор Талагы. Кошки Лениздер. Добро пожаловать в детский сад. На первом этаже сейчас детский сад здесь. Также вон там площадки. Раньше этих площадок не было. Сейчас там от детского сада организовали территорию. Для забора. Это вход. Входные ворота в школу. Все 10 лет я тут как один протопал здесь.
Ну, дальше здесь вот мы видим, тут вот он гараж, тут вот автомобиль стоял. Мы здесь на нем учились, нас учили водить автодело. Там вот туалет, кочегарка. Все так же на месте все стоит. Вот. Поэтому вот такая вот ситуация, картина. Кто вот тут учился в школе 33, тот может, можете посмотреть, познакомиться. Эту ситуацию сложившуюся здесь. Здесь у меня особых изменений нет, кроме очень великолепного ремонта самой школы. Вот так вот пока. Вот так вот. Вот это школа номер 33 имени Мухтара Авойзова. Я тоже в детстве учился с 1965 года. Она обоснована вообще-то 1966 года. Ну, там строилась, но все-таки когда она строилась, мы уже учились в 1965 году, поэтому год ее основания считается 1966 год. Вот, и 10 лет вот я проучился. Это вот стадион, на котором я стою. Тогда он не был такой асфальтированный, сейчас он асфальтированный. Я сдавал здесь нормы ГТО, успешно сдавал пятерки. Насчет спортивных способностей у меня недостатков не было. Ну вот, за забором там рык, помню. Через этот забор мы перепрыгивали там, огольцов ловили. Даже тогда в первый класс мы купались, не то что. Когда было тепло. Плоты строили, плавали. Ну вот это вот у нас проход был там с улицы Луговой. Раньше были здесь у нас огородики. Будет тут здесь зеленая. Здравствуйте. Здравствуйте. Для чего это? А это на память я снимаю. Для одноклассников, которые здесь учились. А, понятно тогда. С 65-го года мы учились тут. Да, скоро юбилей будет. Через 3 года. А вы учительница, да? Да. А, очень приятно. Да.